Друзья, снова всем привет. Снимаем очередную проверку лайфхака из ТикТока. Значит, смысл лайфхака какой? Значит, открыть, ну, в общем, когда вы что-то готовите, чтобы крышка вам не мешала, ее можно вот таким образом положить на ручку, да, и крышка будет держаться. Сейчас давайте посмотрим этот лайфхак у автора этого видео, а после мы с вами проэкспериментируем. Я очень часто во время приготовления блюд не знаю, куда деть крышку. То ли ее положить на столешницу, то ли вот так вот поставить. И каждый раз я мучаюсь. Оказывается, она может держаться вот так. Нашла несовременную. И она держится тоже. Ребята, я в шоке, честно. Ну вот смотрите. Значит, мы взяли те кастрюли, которыми пользуемся. У нас других нету. И одна еще стоит на плите. Мы чуть позже ее проверим. Давайте начнем вот с этой кастрюли. Самая обычная кастрюля. Итак, пробуем установить крышку. Видите? Она никак не будет держаться. Ну никак, как ни крутите. Закрываем. Отставляем в сторону. Теперь берем следующую кастрюлю. Берем крышку и пробуем ее закрепить. Ну, видите, выскакивает. То есть крышка проскакивает, она скользкая. Не получается, закрываем. Берем следующую кастрюлю. Побольше. Так, эту отставим в сторону. Та же самая петрушка. Давайте с этой стороны попробуем. Может, с этой стороны будет? Не получается. И теперь давайте посмотрим, вот смотрите, сейчас мы варим макароны, вот она крышка, чтобы вы видели все. Давайте попробуем ее сейчас вот таким образом закрепить. Видите, не получается, если сейчас я ее брошу, она упадет прямо на стол. Поэтому, ребята, не знаю, возможно, дело в наших кастрюлях, но кастрюли вы видели, да, они все разные. Но лайфхак этот почему-то у нас не сработал. Вот такие вот дела. На этом все. Подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.